Никита Михалков, как он сам признается, на Нижегородской земле бывает не то чтобы часто, а давно живет, потому что это его территория любви. Именно здесь с особой ответственностью известный актер, режиссер и винодел презентует свое новое вино. За несколько лет мэтр отечественного кино выпустил 6 разных белых и красных напитков, каждый из которых связан с одним из его фильмов. Для меня чрезвычайно важно, чтобы, так сказать, название моих картин соответствовало тому продукту, на который мы отдаем эти названия. Винодельня Никиты Михалкова находится в итальянской Тоскане, которая славится идеальными условиями для выращивания винограда. Трудится на ней потомственный винодел Анжело Мильори. Он говорит, что работать с Никитой Сергеевичем одно удовольствие. Мне очень нравится работать с Никитой Сергеевичем, потому что он выдающаяся личность. Мне представляется возможность профессиональной самореализации, экспериментировать и создавать что-то новое. Анжело Мильори довольно часто бывает в России и отмечает, что в последнее время здесь растет интерес к вину и культуре питья, что, безусловно, его радует и вдохновляет. Сейчас, как признался винных дел мастер, он работает над созданием первого игристого вина. Никита Михалков, комментируя творческие планы, высказывает лишь одно опасение. Я боюсь, главное, чтобы хватило названия картин. Там есть и «Пять вечеров», и «Без свидетелей», и «Сибирский цирюльник». Евгений Деревянко, Никита Вертлин, столица Нижняя.